рамках программы «Культурная эволюция» предлагаем вашему вниманию гала-концерт участников 27-го фестиваля «Сердце России» в Сельском доме культуры «Юность». О, светло-светлая и прекрасно украшенная земля русская! Многими красотами прославлена ты, озерами многими славишься, реками и источниками, крутыми холмами, высокими дубравами, чистыми полями, дивными зверями, разнообразными птицами, бесчисленными городами великими, селениями славными, садами монастырскими и храмами Божьими. Всем ты преисполнена, земля русская! Под большим шатром голубых небес вижу даль полей зеленеется, широко ты, Русь, по лицу земли в красе царственной развернулась, и во всех концах света белого про тебя идет слава громкая. Уж есть за что, Русь могучая, полюбить тебя, назвать матерью, стать за честь твою против недруга. За тебя в нужде сложить голову. Славься, Русь моя, ты народная! Славься, Русь моя, хороводная! И широкая, и безбрежная ты, и строгая, ты нежная. Славой полнится каждый камушек, а заслуга-то наших батюшек. А история не кончается, она славно продолжается в детях наших, в делах, да в открытиях.
православный патриотический фестиваль-конкурс «Сердце России» рад вновь распахнуть свои двери. Фестиваль посвящен преподобному Сергию Радонежскому. Духовность и патриотизм – та нравственная скрепа, которая заповедана нам Сергием Радонежским. Этой скрепой наш фестиваль объединяет всех, чьи сердца звучат в унисон с сердцем России, кто делами и помыслами трудится на ее благо и процветание. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Московской области, администрации Сергиево-Посадского городского округа, региональной общественной организации «Музыкальное общество Московской области», под патронатом благочиния Сергиево-Посадского церковного округа, при поддержке Московской областной региональной российской секции Международной полицейской ассоциации. Для приветствия участников фестиваля мы приглашаем на сцену председателя оргкомитета фестиваля, директора Дома культуры «Юность», заслуженного работника культуры Московской области Татьяну Петровну Горячеву. Добрый день, дорогие друзья! Я приветствую на нашем 17-м православном патриотическом фестивале всех людей с большим сердцем, и участников фестиваля, и наших уважаемых жюри, и простого зрителя, и всех жителей нашего поселения Березняковское, я так по-старому это называю, потому что именно тогда этот фестиваль получил такое широкое свое развитие. Я вас всех поздравляю с этим замечательным праздником на нашей Березняковской земле. Большое спасибо всем участникам, которые приехали к нам на этот фестиваль из других регионов нашей Московской области. Так что мы готовы всегда принять и рады всем гостям с разных концов нашей необъятной России. И хочется сказать вам, что, наверное, вот 17 лет этот фестиваль не просто так живет, вот, а потому что живет благодаря вот вам, людям с большими сердцами, людям неравнодушным к истории нашей Родины, нашей России. Поэтому низкий вам всем поклон. Ну, и желаю вам сегодня получить огромное удовольствие от выступления на гала-концерте лучших участников нашего фестиваля. Россия, как из песни слова, березок юная листва, кругом леса, поля и реки, раздолье. Русская душа, люблю тебя, моя Россия, за ясный свет твоих очей, за ум, за подвиги святые, за голос звонкий, как ручей. Люблю, всем сердцем понимаю степей таинственную грусть, люблю все то, что называют одним широким словом «Русь». Ну что же, дорогие друзья, а мы начинаем концертную программу участников и лауреатов фестиваля. На сцене Балашова «Любовь», детская возрастная группа, номинация «Вокал», муниципальное автономное учреждение культуры, городской дворец культуры, город Красноармейск. «О, моя Россия!» Российский звонкий.
в жаркий день в тени застенчивой березы. Возрастная группа. Номинация «Авторская поэзия». Город Ходьково. Отче Сергий, печальные очи. Отче Сергий, печальные очи. В них и боль, и вселенская грусть. Зная точно, ты можешь и хочешь отмолить окаянную Русь. Отче, снова рассвет мироточит, церкви тянут к нему купола. С нами Бог, с нами ты. Знаю точно, что бессильна безверия мгла. Спасибо. Гребенникова Лилия. Номинация «Автор-исполнитель». Сергиево-Посадский городской округ. Деревня Березняки. Дом культуры «Юность». Осень. Осень ржавыми листьями землю засеет. Зимы и с переходом в декабрь земля
сидит, посеребрив чистым снегом пустые дворы. Солистки вокально-эстрадной студии «Аллегра», руководитель Захарян Иветта, Вартанян Элеонора и Елена Чекыр, детская возрастная группа, Сергиево-Посадский городской округ, деревня Березники, дом культуры «Юность», а закаты алые. Ансамбль русской песни «Забава», руководитель Елена Суворова, Сергиево-Посадский городской округ, деревня Березники, дом культуры «Юность». «Хочу я, миленький, тебе понравиться». Thank you.
фестиваля, член жюри 16-го православного патриотического фестиваля конкурса «Сердце России», автор-исполнитель Дорожинский Александр. Песня на стихи Вениамина Глазера «Мы все ветераны». В 45-м году завершилась война, но не выпита горькая чаша. Достается и нынче ребятам сполна воевать за чужое и наше. И когда-нибудь спросит безусый пацан старика из Орла и в Смоленска, на каких ты фронтах воевал, ветеран? На афганском, сынок, и чеченском. И когда-нибудь спросит безусый пацан старика из Орла и в Смоленска, на каких ты фронтах воевал, ветеран? На афганском, сынок, и чеченском. Я с чеченцем когда-то гулял в кабаках, ни вражды не питая, ни злобы. А сегодня у каждого кровь на руках, отчуждение, лед и сугробы. По чужим незнакомым краям и местам нас вели фронтовые дороги. Сколько славных парней положили мы там, на афганских, чеченских отрогах. Не завидуй тому, что ношу на груди все медали, как память о ранах. У тебя еще тоже фронты впереди, будешь тоже ходить в ветеранах. Ведь какого историка ты не спроси, он ответит с печалью и болью, что у каждого брат на Великой Руси
есть свое Куликовское поле. Да, у каждого брат на Великой Руси есть свое Куликовское поле, есть свое Куликовское поле.